Привет. Я иду по Сент-Джеймс-парку. Сейчас за альбомом для рисования по дороге. Хочу вам снять знаменитый Даунинг-стрит садик, гарден, в котором происходили все пьянки, из-за чего проблемы сейчас у нашего премьер-министра. Вот перед нами это Даунинг-стрит, да, белые все вот эти вот дома. И мы подходим к заднему дворику, к тому самому саду, в котором происходили алкогольные безобразия, после чего у нашего премьер-министра сейчас большие проблемы. В Англии COVID приравняли к простуде, и со следующей недели снимают все ограничения по COVID-у, введенных с вариантом омикрон, обязательного ношения масок в транспорте, в магазинах, работы из дома, наличие сертификатов и прививок. Все отменяют. План Джонсона связан, видимо, с желанием поднять свой рейтинг, который рухнул после появления информации вот об этих всех винных вечеринках. Британская пресса заполняет эфир комментариями возмущенных граждан, что в те дни, когда правительство заставляло нас сидеть дома, встречаться на воздухе не больше, чем с одним человеком, на похоронах собираться не больше 14 человек, в это же самое время правительство устраивало вечеринки с выпивкой с большим количеством народа. Было обнародовано фото от 15 мая 2020 года, на котором Джонсон, его жена, а также около 15 человек сидят за столом в саду на Даунинг-стрит с вином и сыром. В электронном письме приглашение на это рабочее мероприятие, которое раздобыла телекомпания ITV, личный секретарь Джонсона Мартин Рейнольдс написал: «Выпивку приносите с собой». Премьер-министр Британии Борис Джонсон публично признал, что он был на этой вечеринке, и заявил, что он думал, что это рабочее мероприятие, а никакая не частная вечеринка с выпивкой. Соответственно, оппозиция сейчас громко требует отставки Джонсона и за нарушение локдауна, и за то, что он продолжает нам всем лгать, как утверждают его оппоненты. Пока-пока.